Каждый четверг бригада медиков Кайгородской районной больницы отправляется в небольшое путешествие. Там, в отдаленных селах, их ждут. На счету этого ФАПа на колесах уже 35 поездок. Помощь пришла к 1500 селян. Мы вообще долго ждали, что нам выделят наконец такую технику. И это себя оправдало, потому что такой передвижной ФАП, который оснащен полностью по стандарту фельдшерско-акушерского пункта, он себя включает и лабораторные исследования, и смотровой кабинет, и кабинет помещений для осмотра пациента. Поэтому мы можем, можно сказать, что полноценно там работать. Там тепло, светло и оборудовано. Вот специалисты у нас для этого есть, они закреплены за этим ФАПом. Отечественный автопром не подвел, говорит Анатолий Клинцов. Машины ГАЗ были перепрофилированы специально под фельдшерско-акушерские пункты. Здесь все предусмотрено и для медиков, и для пациентов. Добраться до многих населенных пунктов Кайгородского района можно только по грунтовкам. Но водитель не жалуется. Она вообще устойчивая и мягкая. Вот сами, наверное, видите, что она так мягко идет. Едешь ты не просто отдыхаешь. Вот так, как бы у меня вторая машина буханка, вот там стоит санитарочка. Ну, это небо и земля, конечно. Акушер-гинеколог Арина Данилова пришла в Кайгородскую ЦРБ всего 3 месяца назад. Обучение по целевому направлению проходило в Архангельске. Когда предложили работу в выездной бригаде, согласилась. Знает, есть пациенты, которые найдут много оправданий тому, почему они не приходят на ежегодные осмотры. Но теперь уж точно не скажут, мол, далеко ехать в райцентр. Врачи чуть ли не к порогу дома могут подъехать сами. Есть пациенты, которые не обращаются по 4-5 лет, и я с такими уже столкнулась за 3 месяца работы. То есть таких много. Но есть пациенты, которые ежегодно проходят осмотры, приходят сами, записываются, то есть которые заботятся о своем здоровье. После осмотров они получают все рекомендации. Жители Печоры, Прилузского, Удрского, Усть-Вымского, Троицко-Печорского и Карткировского районов тоже оценили мобильность и комфорт таких передвижных ФАПов. Выездные врачебные бригады уже осмотрели более 90 тысяч пациентов. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Кайгородский район.